Fun Styles это NFS 3 Hot Pursuit. И мы взяли себе вот тут, наконец, корветик желтенький, который мне очень нравится, который очень люблю. В классе Б мы будем гоняться. Сразу, опять же, хочу сразу сказать то, что это, ну, как бы, игра достаточно здесь в плане состязаний не сбалансирована. То есть ты, да, у тебя Б-класс, да, ты Chevrolet Corvette, все нормально, но там против тебя Lamborghini Countach, как бы, все в порядке. Ferrari с различными спайдерами, то есть, по идее, тебе вообще выпендриваться не нужно. И очень маленькая вероятность, что ты придешь первым, как бы ты тут охренительно не рулил. Но мы попробуем. Какого же хрена? Вот вам дрифтик какой-то есть. Вот, например, потихонечку справляемся. То есть, может быть, в дрифтах как-то и обойдем. Но я бы не стал на это рассчитывать. Пошел нахер отсюда. Мне это не ненавижу, когда такое происходит. Хренов член. Как же они вот любят это вот... Хренотой это и заниматься. Вообще раздражает. Ага, иди отсюда. Ага. Да и ты тут своей пипикалкой даже не лезь. Всех так по-наглому это самое объехал. Они очень недовольны. Они меня будут таранить. Это я стопудово так думаю. Ничего, здесь мы на дрифтах. Блин, у меня старт очень плохой. Вот на старте хреново выстреливаю. Не то, что ламбы какие-нибудь. Или Ferrari Spider тот же самый. Но мы обошли сейчас Spider, кстати говоря. Хотя он сейчас на скорости нас сделает. По идее, должен. А тем временем я четвертый. И надеюсь эту позицию, ну не знаю, хотя бы попробую удержать, но это вряд ли получится, там спайдеры, он во всю скорость хреначит еще ламборджини всякие. Но постараться можно. Там даже корветы среди них. Воу, вырвался. И нельзя его просто пропускать, надо в зеркало заднего вида палить все это дело. Ехать, 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 ехать. Во, они там таранят друг друга, вот пусть таранят. У нас тут все спокойненько. Ай, подъем, вот это самая жесть. Уж для корвета так точно. Но не будем забывать, что это все-таки... Вот, ага, вот, ну, зачем ты это делаешь? Дай разогнаться-то. Хотя, да, ты прав, я бы тоже тебя прижимал. Скотина ты эдакая. Вот видите, не пропустил меня. Вот это, в принципе, интересно, да. Но как-то их обходить надо, не знаю, по какой траектории. Здесь он будет внешнюю занимать полосу, скорее всего, а там внутреннюю. Поэтому будем просто пока держаться за ним. Как знать, может, третье местечко, да выцепим себе. Но я бы не был так уверен. Что это было? Ну, ладно, неважно. Состязаемся вот здесь, я его обойду. Нет, не обошел. Нет, могу обойти. Нет, просто final lap. И по внутренней не даст. Ну ты какой, смотри, охренеть вообще, как он не летит. Как с ним тут справляться? Но его носит, будь здоров, поэтому оп, чувак. И ты оказался позади меня. Да, может, ты, кстати, меня сейчас еще опередишь. Мы с тобой прямо рядышком едем. Но тут будет сейчас поворотик очень такой зачетненький. И главное хорошо сдрифтануть, да. Все. До свидания, теперь далеко. Мы оторвались, да, мы третье место заняли, как это круто, на корвете. Но думаю, дальше уже смысла. Дальше пытаться кого-то победить. В принципе, попробовать можно, но думаю, это успех может не увенчаться, я боюсь. Хотя не знаю, сейчас пойдут там такие угловатые моменты, вот, например, как вот этот. Вот, последующие там очень много дрифтовых мест. Там они, наверное, будут скорости терять, а я все-таки как, в общем-то, неплохой дрифтер достаточно. Ну, по крайней мере, в NFS 3. Я еще, может быть, как-то догоню их. А может и нет. Не знаю, вот пока не вижу никого на дрифтовых поворотах. Хотя этот он потихонечку отстал. Можно еще догнать его, попробовать. Не, все, ушел. Ой, господи, что это было.
Неважно. Едем. Преследуем белого призрака. Я буду так называть камтач в этой игре. Потому что он крутой. В Б-классе вопросов нет. Он очень хорош. Но на своем черном спайдере я его сделал. На Феррари спайдер. 355. Но, опять же, камтач — это все-таки легенда. Как ни крути. В принципе, так же, как и Диабло. А вот спайдер, не знаю, является спайдер легендой или нет. По-моему, нет. Какая-нибудь F50, может, является из Феррарик легендой. А вот спайдер маловероятно. Корвет, кстати говоря, является тоже легендой. Особенно какой-нибудь Стингрей мускулкарский. Вот. Так что, не знаю. Я, в принципе, тут доволен третьим местом, все окей. Я не против. По крайней мере, не самое последнее. А хоть какое-то тут призовое. Скажем так, отдам дань любимому корвету. Кстати говоря, да, а впереди-то ни хрена не Ламборджини Камтач, а корвет. Вот оно как. Нет, это не корвет. Не корвет. Корвет. Ха! Оп! А это кто? Там кто-то был. Ну ладно, неважно. Второе место, отлично.